эти дни театр, несмотря на напряженную работу, которая происходит по текущему репертуару, театр работает, и балетная труппа занята теми новыми постановками, премьера которых состоится в декабре в этом году. Впервые театр сталкивается с хореографией одного из известнейших балетмейстеров конца 20 века. Это американец Уильям Форсайт. Работает ассистент Форсайта Ноа Гелбер, который уже знаком, наверное, русской публике по работе над спектаклями Форсайта на сцене Мариинского театра. Сейчас труппа очень активно занята. При этом то безумное количество репетиций, которое запланировано, оно совершенно не случайно, потому что балет требует очень серьезной подготовки и очень отличается от всего репертуара на сегодняшний день здесь, на новой сцене Большого театра. Название этого спектакля — Херман Шмерман. Казалось бы, это похоже на имя и фамилию, но на самом деле это название не означает ничего. Это некая мастерская, это поиски новой пластики, это поиски новых акцентов, поиски новых точек соприкновения между пластикой вообще человеческого тела и классического танца. В отличие от строгих канонов классического танца, пластика Уильяма Форсайта безумно сложна тем, что это не есть классический танец в чистом виде, в котором мы привыкли видеть. Это не есть пластика Баланчина, но это безумное сочетание темпа, ритма, пластики и, в общем-то, основ классического танца. Музыка этого спектакля принадлежит перу Тома Вильямса. Спектакль будет идти под фонограмму, потому что музыка безумно сложная, электронная, с различными разнообразными ритмами. С этим композитором, с этим художником Уильям Форсайт работает достаточно часто. И это не первый опыт создания такого совместного спектакля. Мы сталкиваемся с новой абсолютно пластикой для нас. И вот Ноа, наш постановщик, он постоянно говорит, что вы должны раскрепощаться, потому что сейчас пластика совершенно на новом уровне. Она очень сложная, в безумно быстром темпе, на пальцах. Нам достаточно сложно это дается. Открыто. Тоже там тоже. Ти, два, и, да. Абсолютно другая постановка корпуса, рук, другие группы мышц задействованы. И поэтому, наверное, нам сейчас сложно перестраиваться. Модерн, который мы используем в других спектаклях, таких как «Комната наверху» и тому подобное, что использовалось у нас уже в Большом театре, это другая пластика. Все основывается на выворотных ногах, на грамотности и четкости исполнения. Сейчас от этого уже начинаем получать удовольствие, и это очень приятно, поскольку уже купаешься в пластике. Что-то, конечно, еще не получается, но у нас еще есть время, чтобы все наработать.
приятно, что ассистент хореографа Ноа Гелбер выбрал не только ведущих артистов, но и молодую способную молодежь, для которой это будет первый опыт такого очень трудного, тяжелого, но очень интересного спектакля. Я думаю, что сочетание опытных артистов и молодежи позволит создать неповторимый образ этого спектакля, который задумал Уильям Форсайт и сейчас готовится под руководством его ассистента Ноа Гелбера.